Платные парковки в Красноярске заработают 2 апреля. Это сегодня подтвердили подрядчики. В четверг с водителей начнут брать плату за парковку в центре города. Стоимость 1 часа равна 30 рублям. Оплатить парковку можно будет через паркомат, терминал платежка, на сайте или через мобильное приложение. Платить за парковочные карманы придется ежедневно с 8 утра до 18:00 в будние дни. В остальное время все парковки работают бесплатно. Помимо этого в мэрии определили и 5 так называемых перехватывающих парковочных площадок, на которых будет возможность бесплатно оставить автомобиль на неограниченное время. Они будут располагаться в районе дома Баграда 138, на набережной Енисея в районе речного вокзала и центра занятости на Дубровинского 110, также в районе Дворца пионеров и школьников и торгового комплекса «Комсомол». А также для водителей, которые оставили свой автомобиль на платной парковке, запускается система бесплатного проезда в автобусе. Правда, маршрут будет ограничен. Университет, Марковского, химчистка Насурикова, стадион «Локомотив», «Агропром», музыкальный театр, ЖД «Вокзал», Красная площадь, Робеспьера, театр оперы и балета, гостиница «Октябрьская». Квитанции, которые будут выдавать паркоматы, они будут выглядеть следующим образом. И на квитанции, вот вы видите также на экране, 2 отрывных купона. То есть квитанции позволяют 2 раза осуществлять бесплатный проезд.